Есть ли вести с неба, да? Вы представить себе не можете, чем я теперь оправдываюсь. Если я говорю, Соня, ну так как же ты молиться будешь? Куда же ты иконы поставишь? Вот. Что? Типа, вот. А, никуда иконы поставить, полочки нет, поэтому. Да, эти люди, это, конечно, не оправдание. Вот он, да, вот стоит среди книг, что? Ну, мало. А там весь иконостас. Мне просто нужно, короче, ну понятно с вами. Ну понятно, да. Непонятно. На самом деле, конечно, если вопрос, у меня же тоже постоянно возникает. Вообще говоря, существование Бога — это нечто желаемое. Мы желаем, чтобы в мире было высшее смысл. Ну извини, Булат, я так не думаю. Это реальность, думаешь? Ну, смотри, вот, если бы это было таким желаемым, я что, мазохистка тогда? Вот я мучаюсь из-за того, что чувствую вины и все такое, вот. Это что, я что, могу этого хотеть? Ты, ты может быть, и не хочешь, но проектируешь, бессознательно, может быть, проектируешь на мир. Тебе нужен какой-то высший отец, не просто отец, который является твоим родным отцом, а какой-то высший отец. Тебе нужно какое-то единение с другими людьми. Всякие есть, действительно, психологические объяснения. Потому что даже товарищи, которые там, сектанты всякие, которые в сектах были, они, допустим, даже поняли, что там все плохо, и там все ужасно, они оттуда ушли сами, и они потом еще много-много лет мучаются, что как бы вот все равно, понимая, что там неправильно все, что это секта, они все равно мучаются, понимаешь, у них стресс. Потому что они же стремились вместе с своими собратьями к чему-то высокому, большому, а здесь обыденный мир, никто особенно никуда не стремится, что такое. Проблема Бога – это не проблема самого Бога, это проблема людей. Помогает ли нам, людям, вера в Бога? А чего ты так элитарно подходишь? Почему мне помогать должно? А потому что есть версия, что она вредит. Наоборот. Ну вот есть старая. И это тебе это не на пользу. Что такое? Сейчас плохо относится. Подарится. Это, наверное, чё? Хотел это Бог тебе это. За твою утилитарность сразу раз. Да дело не в утилитарности. Вот, допустим, Валя. Пока у нас была общая тема, мы с ним общались, как только она кончилась, сразу кончилось общение. Хотя мы общались плотно сколько-то. Ну, наверное, 2 года. То есть нас объединяла, получается, только тема просто, что ли? Может, это просто совпало с тем, что его разочаровало это общение вообще. Оно же не просто разочаровало там. Не я же разочаровал. Так он же появляется на ваших семинарах. Не, вот все. Все, кончился. У Игоря там не появляется. Как ты говорил, что он был не так давно. А что к нам не приедет? Ты его зовешь, а он не приезжает? Или он все-таки не собирался? Нет, 2 раза звал. Мне просто, знаешь, тоже есть. Я вижу, что он не хочет. Зачем его туда напрягать? Один раз позвал, 2 раз позвал. Не, ну уж говорит да. Потом если человек хотел бы общаться, как ты там участвуешь, наверное, сам бы позвонил, правильно? Так что с Богом-то? С Богом просто то состоит, что многие явления в человеческой жизни состоят в том, что люди верят в разного Бога. Все столкновения, многие даже убийства, да, основаны на почве. Вот это именно религиозная терпимость. Может быть, сам Бог в этом не виноват, что люди не понимают его по-разному. Да нет,
Да, причем мы это? Вы какие-то аспекты берете? Отвлеченные от солнечной ситуации. Нет, нет, мы просто маленькие берете аспекты. Все проблемы, которые у нас вообще в мире есть, там, в религии, не в религии, произрастают из того, что люди тупые. И что люди, это слишком простое решение. Любую идею, любую там, не знаю, бога, не бога, все что угодно извратя. Да, и христианство будет вам там инквизиция, и там эти погромы какие-то, и крестовые походы, и наш что-то из нашего народа придумать, не знаю, там, раз и под одну гребенку, уйдите креститесь. Древние Руси, еще что-нибудь там, вот, там, рабов продавать и так далее. Вот. А может логика обратная? Что может быть потому людям и дают религию, что они тупые, что другого ничего они принять не могут. Они не могут основываться на каком-то собственном мировоззрении, как Хайдеггер предлагает, так даже, чтобы выстроить свою онтологию, там, да, взял ответственность за свое бытие. А им надо так, чтобы было бы некое общее, какое-то простое учение, для всех понятное. Тогда было бы четкое ограничение между быдломассой, которая есть религия, и некой интеллигенцией, там, которая религии имеет. Ну, такого четкого ограничения нет. Вот так ведь получается, что как раз атеистически возникает благодаря развитию, там, вот, то, что ты называешь интеллигентом, или, да, или просвещением, или интеллектуальной какой-то жизни, возникает всякий раз, когда возникает какое-то интеллектуальное движение, всякий раз возникает именно на почве, в том числе, и атеизма. Не обязательно воинствующего атеизма, а просто вот как вот сомнение в существовании Бога. То есть подразумевает интеллектуальная жизнь, подразумевает как бы в том числе и вопрошание в этой области. Нельзя все принимать на веру, надо как бы что-то пытаться здесь понять, осмыслить. Опять же, на самом деле, конечно, надо различать конфессиональную веру, да, и вот фундаментальное понятие Бога как начало мира. В фундаментальном смысле Бог как начало мира никогда не может быть оспорен. Потому что, вот и как я говорил уже, в ряду причин бесконечных, да, всегда либо мы мыслим конечную причину, либо не мыслим. То есть всегда. Какая-то убогая мысль. Мне никогда не нравилось ему. Бог как начало мира. Единственное его, все, что за него остается, быть начало мира. Все, больше ничего. Вы посмотрите. Не туда. Но это называется. Он говорит, это слишком абстрактное рассуждение. Это называется космологическим доказательством бытия Божьего. Да. Можно целесообразности, да, телеологическое доказательство, что в мире есть целесообразность. Больше, да? Вот это похоже, да. И это целесообразность. Вот. А если вдруг. Вот ты сначала сказал, что Бога, как бы вот. Хотят, чтобы он существовал, чтобы была целесообразность. А если вдруг человек и так начинает видеть целесообразность? Вот, и правильно. Вот, но для этого нужно что? Для этого нужен все-таки какой-то интеллектуальный уровень. Мы заговорили о том, что люди тупые. Вдруг стало видеть просто. Тупые люди видят ли ее? Нет? Людишек. Нет? Нет. Такую вот скрытую, тайную, удивительную целесообразность мира, чудесную, она до сих пор есть. Правильно. На нее даже Павел указывает, если брать христианство, что язычники тоже же понимают, что это о Боге нечто. Они могут видеть Бога в том, что мир на самом деле, да, вот такой удивительный, целесообразный, это красивый, упорядоченный и прочее. Ну, я просто пересказываю смысл, в чем состоит. То есть это доступно всем, да, мы уже в самом мире можем видеть присутствие Бога. Вот это доказательство целесообразности. То есть вот, есть причина вот этой целесообразности. Есть еще доказательство, да, которое называется онтологическим, но смысл этого онтологического доказательства, оказывается, как я вот понимаю, он утерян. Потому что доказательство от совершенства – это не онтологическое доказательство. Это доказательство, которое Декарт, да, что Бог должен быть совершенством, а если у него нет бытия, то это как бы изъян совершенства, да, и поэтому как бы надо бытие присоединить к этому совершенству. Это не доказательство онтологическое. Онтологическое доказательство, что вообще бытие есть, Бог это бытие, и вообще, поскольку бытие есть, а не бытия нет, вот это и есть доказательство бытия Божьего. То есть онтологическое доказательство еще проще, что поскольку вообще что-то есть, поскольку есть Бог. Поскольку вот это вот есть, это и есть Бог. И сказать просто, что есть, да, вот мир. И сказать, что Бог есть, это одно и то же. Абстракция. Да дело не в абстракции. Флажок такой.
Флажок. Парменид, когда выводит, что бытие есть, не бытия нет, он как раз и имеет в виду онтологическое доказательство бытия Бога. Зачем люди к Богу-то идут? Не потому, что такое доказательство-то есть, понимаешь? Подождите, я начал с того, что люди желают, чтобы Бог был. Это и есть психологическое доказательство бытия Божьего. Состоящее в том, что людям, из нужды они желают. Из какой? Или из высших каких-то смыслов. Почему? Это интересный вопрос. Из двух смыслов. Можно говорить о более низких каких-то вещах, связанных с тем, что наше бессознательно требует, чтобы существовал некий высший отец. Мы постоянно, как дети, живем под отцом, каким-то родовым отцом, но нам нужен еще высший отец, к которому можно было бы обратиться. У нас в каждом человеке присутствует одновременно ребенок, взрослый и родитель. Можно не развивать, это все понятно. Да. Вот некий высший отец, это ведь на самом деле психоаналитическое объяснение, почему вообще религии существуют. Что нужен высший отец. И что религия, она на самом деле... Его надо убить. Религия всегда это нечто патерналистское, некая структура патерналистская, которая просто спроектирована в мир. А, получается, что этого у Ницше был Эдипов комплекс. Не важно. Это вот так вот. Высшего отца. Но это более низкое доказательство. А более высокое доказательство состоит в том, что есть осмысленность. В мире есть либо смысл. Либо это смысла нет. Ну просто мы либо обсуждаем серьезный вопрос, либо уже просто издеваемся. Я же пытаюсь обсудить вопрос. Либо у мира есть смысл. То есть вопрос не в потребностях, вопрос не в том, что есть некая психологическая зависимость такая, что нужен отец, на кого можно было бы опереться. Женщины ищут мужчину, и главное свойство этого мужчины должно быть, что на него можно опереться. Они чувствуют себя чуть-чуть неполноценными, им нужно, чтобы быть полноценными, некая опора, фундамент какой-то. То есть мужчина является опорой фундаментом, значит, он тот самый. В каком-то смысле каждый человек имеет такой недостаток, потому что все-таки он конечное существо, бывает всякого рода неудачи в жизни и прочее. И надо на что-то опереться, более фундаментальное. Это более фундаментальное, это Бог. Но это все равно более низкие определения. А можно взять более высокое определение. Живет человек, у него полный достаток во всем. У него нет никакого недостатка. Ему ничего не надо. Но он просто видит, что несмотря на весь достаток и полноту, бессмысленно. Ему нужен высший смысл. Это не от какого-то недостатка следует, это наоборот следует из желания высшего смысла. Когда я сказал, что Бог есть нечто, что мы желаем как высший смысл, это высшее понимание того, что представляет собой Бог. Мне не нравится тот мир, в котором Бога нет. Я там царь, какое-то, я изведал все наслаждения, я это мое дело, у меня было. И понял я, что все это суета. А я просто хочу. А мне так интересно, у него как раз вывод-то какой? Все это суета и томление духа. Там на собой что ли лежит? Наверное. А потом такой делать вывод. Поэтому, ты юноша и так далее. Мол, ешь, пей, веселись, и тебе на земле единственное, что осталось, пока только это. А где тут Бог-то? Там есть, и Бог там у него там, в Экклесиасте, там он все про премудрость. Воспевает премудрость, там полюбил я премудрость, и понял, что она там решает ее воспевать. А потом говорит, поэтому пока ты живешь там не жизнью своей, там наслаждайся жизнью и так далее, там и премудрость любить, наслаждайся жизнью. О чем мы? Нет, на самом деле, если опять же возвращаться, Экклезиаст немножко все-таки не о том, наверное. Потому что... Сначала такое. Я там все изведал и понял, что мудрость превыше всего. Потому что сама мысль, представьте, зачем нужен Бог? Меня всегда спрашивают, когда я занимался Экклезиастом, я спрашиваю, зачем тебе нужен Бог? Я говорю, мне ни зачем не нужен. Нет такой нужды, которую мне Бог удовлетворяет. Потому что желание высшего смысла – это не нужда. Я бы мог всю жизнь прожить, но нету высшего смысла. Конечно, неинтересно, но нет. Надо смириться с реальностью. Но мне так не... Можно было бы сказать так, мне так неинтересно. Мы, допустим, играем в некую игру, называемая жизнь. Можно эту игру сыграть, допустим, активно, можно попытаться, как ты про магию любишь говорить, попытаться жить в неком более интересном мире, магическом,
Например, вообразить, что существуют феи, там всякие там, какие-то чудовища, там, да, там, герои какие-то там, приключения существуют, да, там, вот как вот. Особенно про феи, да, я говорю. Не, про Одиссея. Вот есть вот приключения Одиссея, да, вот вообразить, что мир вот такой богатый, такой, знаете, загадочный. И феи там есть, феи. Феи есть, много что есть. Это одна жизнь. А другая жизнь, чтобы вообразить, например, что мир вот такой же научный, знаете, состоит из атомов, ничего такого нет. Ну, скучно как-то. Феи есть. Ну, я понимаю, что скучно как-то. Понимаете, как бы интереснее жить в мире, где есть феи. Нет, где есть Бог. Где есть Бог. Если мы сейчас про Бога говорим, интереснее жить в мире, где есть Бог. Почему? Потому что если есть высший смысл, то можно попытаться, то вообще осмысленно тогда искать этот смысл. Да? Осмысленно, когда что-то осмысливаю. Вот, например, если смысла высшего нет, зачем все осмыслить? Зачем? Из прагматических соображений, чтобы там прославиться или зачем? Там. Чтобы понять самого себя, может быть, да, там, чтобы там построить свою онтологию, там, чтобы найти свое место там, в жизни там, и прочее, прочее. Можно много наговорить. Но все-таки, если есть высший смысл, да, так если есть какая-то бесконечная дорога к этому смыслу, то тогда можно посчитать, что поиск смысла – это и есть сама жизнь. Да, вот бесконечное движение в поиске смысла, да, вот от одного смысла к другому, постоянно наращивание, оно не имеет прагматического аспекта, да, или, скажем, имеет не только прагматический аспект. Она имеет также и аспект онтологический, что как бы вот эта вот жизнь в поиске смысла, да, и это жизнь в поиске смысла, это не значит, что смысла нет, просто каждый раз открывается новый горизонт, да, смысла. Она осмыслена как сама по себе некоторый способ жизни. Вот, например, ты говоришь там про людишек, на самом деле. Меня всегда поражает, что люди и живут в мире, да, и не пытаются ничего осмыслить. Они, условно говоря, рождаются, да, в какой-то определенный момент времени. В какой-то определенный момент времени исчезают, умирают. И что? Вот как-то вот задаешься вопросом, а вообще смысл вот такой жизни? Вот родиться, на самом деле, там, жизнь прожить и умереть. Ну, даже фи у них нет в жизни. Поэты, конечно. Попробовал, да? Не знаю, так прикольно, фи такие летают. Нет, ну согласись, вот знаешь, есть одно объяснение, уж не помню кто, то ли Делёз, то ли Деррида, или кто-то еще там, высказывался по поводу необходимости гороскопов. Что при всей, как бы, может быть, кому-то показав кажущейся глупости этих вещей, да, они миру придают некое новое измерение. Да, что вот мир на самом деле вот, подчиняется каким-то там непонятным движением звезд. Да, и возникает как бы вот, то, что можно было бы назвать литературе, вот как бы накладывается литературное понимание мира на мир реальный. Да. Получается, что мир как литература. Да, вот в нем есть некие такие вещи, некие метафорические, некая такая закрученность смысла, такая особенная, да, вот, некие зависимости странные и прочее. Такая загадочность, такой флёрт такой приобретает мир. То есть вот, в этом смысле осмыслен также и гороскоп. По-моему, Картасарова говорит об этом. Ну, он имеет в виду, что надо бережно относиться ко всему, что у нас есть. Потому что если мы начнем разбрасываться, вот, например, возьмем научную мерку, скажем, вот этого нет, там чертей, ангелов нет, там, феи как-то тут. Феи есть. Феи нет. Ничего. Слава Богу, достаточно, чтобы были феи. Ничего нет. Понимаешь, и тогда выясняется, что мир как бы он такой холодный. Ну что останется от мира? Ну вот люди есть там, да, там, животные есть, там, растения, там, камни, условно. Ну, неинтересно. Хочется чего-нибудь добавить в него, да, нашего. Вот что можно добавить? Да, давайте добавим в него Бога. Вот в чем интерес состоит, мне кажется. То есть, понятное дело, что одни люди Бога этого добавляют, потому что не понимают, что они сами это делают. А другие люди, например, как я, они могут добавить его сознательно. А пусть будет Бог. Пусть будет мир выстроен так, как будто бы Бог есть. И тогда все становится интересно. Вот так можно рассуждать. А кто-то добавит фей, да. Еще. Там, а кто-то чертей и ангелов добавит. И еще много чего. Главное, что тут еще в чем интересно, многие же люди, там, всякого рода экстрасенсы, там, всякого рода оккультисты, они же много-много всякого разных сущностей там добавляют. Да? Я не могу сказать, что все это интересно. Потому что дело же не состоит в том, чтобы мир, из мира создать некое, так сказать, помойку, да, из сущности. Вопрос состоит в том, чтобы вот. Чтобы структура, вот, да, есть некая структура мира, вот чтобы вот эта структура оказалась
она всегда будет неполной. Да? Чтобы ее как бы сделать полной, надо вот нечто еще добавить. И вот это вот нечто добавляемое, оно превращает этот мир... Ты думаешь полное, а может наоборот размыкают, как бы вот этим чем таким. Вот Богом же размыкают эту структуру, он же не... с одной стороны дополняют, а с другой стороны его же нет вот так как бы в наличности. Ее размыкают, как бы всяким мистическим. Вот какая-то есть тайна, изнанка, там, загадочность. Ведь научный мир, он же как бы полый как раз. Он, ну, то есть он дополняется все время, но он всегда замыкается в себя. А это создает какую-то вот такую трансцендентность. Потусторонний, да, говорят? Видишь, с одной стороны, тут тогда два разговора. С одной стороны, Бог что такое? Всегда, если указывает цепочку причин, раз, указывает последнюю. То есть, если ты хочешь что-то объяснить, ты можешь объяснять ближайшие причины, а можешь уйти к дальней причине и сказать, ну это Бог так сотворил. И сразу вроде все объяснил. То есть в этом отношении получается, что Бог как бы, он является последним объяснением для всего. И в этом смысле он все замыкает. Заметь еще, насчет как бы вот мистики разного рода, фантастики в том числе, в общем, религии, ну, чуть меньшей степени. Хотя тоже на самом деле. Ведь не просто так получается, что вот это вот новое видение, мистическое, религиозное, фантастическое, оно приносит смысл и придает смысл происходящему. Нет, смысл уже есть в обыденной жизни. Он просто такой обыденный. А оно как бы переосмысляет, переинтерпретирует происходящее. Собирание происходит смысла. Нет, оно переинтерпретирует. Вот это событие значило как бы вот это и только это, и вдруг оно начинает значить что-то другое. Правильно. Вот. Это больше это в мистическом. Правильно. Это вторичный смысл называется. То есть не вторичный, другой, как бы другая интерпретация. Вдруг как бы это что интересно, ты живешь в мире, вот он как бы весь понятен, вот все здесь понятно. Это и шпионские фильмы тоже поэтому люди любят. И вдруг раз как бы скрывается какая-то изнанка, и все переосмысливается, и все происходящее приобретает другой смысл. Другой. Не то, что в принципе было бессмысленно и приобрело. Так это возможно только при переворотах. А если ты живешь под Богом и ты считаешь, что Бог есть, у тебя такого переворота никогда не возникнет. Ты будешь все всегда осмыслять под Богом и все. И наоборот, если у тебя Бога нет, ты будешь всегда осмыслять мир без Бога. Да, согласен. То есть тебе надо постоянно находиться то на атеистической позиции, потом думать, так, а если Бог есть, и переосмыслять все, а потом обратно, нет, а теперь его отпускай, как будто бы его нет. То есть постоянно удерживать две позиции. А еще, между прочим, говорит Деррида. Вот Деррида говорит, что настоящий верующий человек всегда является одновременно и атеистом, и как бы и верующим. То есть вот это бесконечное вращение в сомнении всегда присутствует. То есть настоящий верующий, как бы вот наивный верующий, он не является истинно верующим. И точно так же атеист, наивный атеист, тоже не является, ну понятно. Истинно верующим. Понятно, по каким причинам. Вот и, то есть вера, она как-то находится вот на... является всегда амбивалентной. Мы всегда сомневаемся в своей же вере. Ну как можно сказать, веришь ли ты в Бога или нет, если серьезно к этому вопросу подойти? Вот меня спроси меня, верю ли я на самом деле? Да я не понимаю этого. Действительно, как на этот вопрос ответить? Я желаю верить, да? Но может быть мое желание, как вот ты не стал об этом говорить, да я пытался об этом сказать. Может быть я можно собрать, может быть, не какие-то смыслы. И может быть я собрал эти смыслы. И Бог это есть нечто реальное, и просто я это собирание, может быть, там, ну, не увидел или забыл и прочее, да, там, и верю в то, что вот был из самой реальности выхвачен. А может быть, это мое желание, да, как бы, не знаю, желание подсознательное, там, или там, или сознательное желание, да. Просто не нравится мне мир, допустим, неосмысленный такой какой-то голый просто мир, да, такой какой-то затерянный в космосе. Хочется, чтобы он не был затерян в космосе. Хочется его как-то, чтобы наша жизнь, она как-то находилась в средоточии мира. Вот что значит жить под Богом? Это значит жить в средоточии мира. Если есть Бог, и Он создал мир, и жить тогда с Богом, это означает жить в средоточии. Вот, например, вот сейчас на нашей планете есть, условно говоря, средоточие цивилизации. Оно где-нибудь находится в Европе, может быть, в Америке, да? В древние времена оно находилось, допустим, в Римской империи, где-нибудь в Риме, в городе, да? Вот есть некие как бы средоточия. Вот жить, допустим, в Нью-Йорке, да, или жить там, допустим, в Лондоне, это жить, значит, средоточие цивилизации. А мы живем в Петербурге, ну, не совсем на периферии, но в некотором отношении на периферии. Вот так же и с Богом. Если Бог есть, и ты живешь с Богом, то ты живешь как бы в средоточии, но уже не только какой-то локальности, типа мира, там, а в средоточии всего. Что? В провинцию попали, да? Чего? Не к ней ли Бога? Я не
недавно прочитала. Мне понравилось по поводу советующего мира. Все, что не делается, делается в Китае. Все, что не происходит, происходит в Америке. Все, что не случается, случается в России. Мне понравилось. А может быть такой верующий, который, знаете, вот когда-то тих, который увидит какие-то там знаки, какие-то следы. Ну, то есть он как бы... Ой, это Августин. Августин, да? Да. Вот, понимаешь, вот он как бы... Он искал Бога. Вот что-то тут как бы не так, вот Бог тут что-то наследил, понимаешь, раз там, здесь там... Да, точно Августин. Какие-то да, свидетельства. Левинас тоже там. Свидетельства. Левинас же пытается из феноменологии подняться на вершину. Понимаешь, там... Он тоже говорит, что некие следы какие-то там и прочее. Ну так это же интересно, понимаете, детектив же это очень ну, ты заметь, что детектив жанр. Однажды кончается, и дальше как? Вот фильмы мне всегда поражают, допустим, фильм идет, да. Какие-то передряги, вдруг влюбленные друг друга находят, и фильм кончается. А дальше-то что было? А дальше понятно, что было? Понятно. Дети родились там, они поссорились и развились. Может, один убил другого, и начался детектив. Нет, ну всякий раз детектив кончается, понимаешь? Детектив. Ты ищешь Бога, но всякий раз это кончается. Это надо, чтобы тогда искать Бога бесконечно, но это и означает находиться на позиции амбивалентной и верить, и не верить, понимаешь? То есть для того, чтобы, как ты говоришь, жить вот в этом бесконечном детективе, надо на самом деле жить, получается, в бесконечном сомнении относительно Бога. Иначе, если ты поверишь однажды окончательно и перейдешь, как бы, то будет дальше, как вот это. Они родили много детей, жили там счастливо, или наоборот, там, допустим, поссорились. На самом деле, ну, как бы немножко другой путь. То есть вот человек ищет, да, даже у того же Августина это уже видно в его исповеди. Почему именно не восстановился? Потому что он далеко давно был. Вот. Вот он ищет там Бога, ищет там, да. Чтобы ну, реализовать этот внутренний, тут, неважно, короче, потом раз, находит, да, бац, озарение, боже мой, все такое, вот. А потом, ну, как бы, это соприкосновение Бога и души, вот. А потом Бог не постоянно вот у тебя, постоянно в душе сидит там и эти озарения тебе посылает. Потом раз, ты снова хочешь, ну, того, кого ты искал, снова прикоснулся к нему. Ты ищешь его, и это получается как будто заново поиск. Ну, интриги уже там. Ну, если ты его уже нашла. Ты его находишь уже другого. То есть ты его Это как будто новая встреча. Ну понятно, что. Но понимаешь, это как вот ты как будто потерял, так он куда-то уехал, и ты его ищешь. Да. Это другой разговор. А тут ты ищешь, а есть ли вообще, понимаешь, по-разному. Фундаментально. Вот там, представь себе, там вот эти все романы, которые там сейчас любят, там пользуются спросом, там после Умберто Эко там строчат такие романы, вот где ищут какие-то там по знакам, там что-то выводят, какие-то общества, понимаешь, древние существуют, масоны, там не масоны, вот. Ну такие как бы криптологические, а ну, фильмы, конспирологические, да, да, вот да. Так вот, да. Но, это же интересно, понимаешь, там, вот, а вдруг оно есть там, и вот нашли есть, а дальше что действительно, а дальше они, допустим, смылись все куда-нибудь там, вот, очень далеко, и что? Ну, ты ищешь, но уже совсем в другом ключе. Здесь момент есть такой немножко странный, да, что ты вроде хочешь просто искать. Побаловаться, знаешь, такой момент, ну, это... Ну да, тут как бы просто поиск... удовольствие, там, момент как бы вот этой захваченности ну, некоторым поиском, игрой. Это да. Интерес, да, в этом то есть состоит. Интерес, да, ну а да. Речь идет о серьезности, а тут получается вроде как несерьезно. То есть для многих же это же вопрос жизни и смерти, а ты тут, вот, знаешь, а давайте мы вот поиграем в такую игру, там, типа, допустим, поищем или нет, там, поищем, посидим здесь на диванчике, там, пообсуждаем. А для кого-то это все-таки своего рода труд или там подвиг, или там, ну, жизнь, понимаешь, для кого-то это жизнь. Ну, если Бога нет, то может и жить не стоит, вот так. Если есть феи. Представьте, вот Бога нет, но феи есть. Это же интересный вариант. Феи такие летают, они вот с такими крылышками, как у стрекоз. Ты знаешь, вот что в определенном, и сидит палочками. В определенной сфере общества феи называют женоподобных мальчиков. Не, ну так и проституток называют, ну кого так называют, но я не об этом, а настоящих феи, которые с волшебными палочками такие, в платьицах, летают такие, летают 50... Да? Ну да, они в платьицах, они с такими... Ну звездочки еще. Да, да, и так тынц, так что-то такое, и полетел, понимаешь? Это же прекрасно. Я хочу, чтобы были феи. Вы нет?
детства, но каждому свое что-то. Они веселые, они жизнерадостные, понимаешь? Они как бы олицетворяют собой легкость и беззаботность бытия. Вот что такое фей. Так а тебе не возникало такое впечатление, что легкость бытия, она нестерпима? Если наша жизнь это некая легкий ветерок, понимаешь? Случайный легкий ветерок, то может быть жить действительно не стоит. Но зачем он как бы так много класть труда в эту жизнь для того, чтобы просто умереть? Ну, в чем смысл-то всего? Ну ты потому что не проникся феями. Да нет, я и не могу проникнуться. Для меня, если бы жизнь просто была бы легким ветерком, как они где-то. Смеются как-то звонкий этот колокольчик. Меня, например, понимаешь? Могу тебе сказать, меня детские фильмы, да, иногда раздражают. У них представление. А мире, ну, да. Такое, знаешь, какое-то не от мира сего, что называется. Ну, это да. Все нас всех обманули в этом плане, согласен. Почему? Ну, что-то как бы жизнь такая, понимаешь, там, пашешь на работе, что-то зарабатываешь деньги, непонятно на что вообще тратишь. Вообще, мне кажется, все люди в кабале какой-то. Подумайте себе, на что мы тратим свою жизнь без цели? Да. Причем, как бы, без вариантов и нужно. Вот. Не, ну можно, без наверное, вариантов, это не правда. Ну можно, наверное, там как бы забраться там да, какой-нибудь там эту бочку там, сидеть да. там и так далее. Всегда причем. Вот, но ты состоишься. Я не уверен, что это лучше будет и содержательно. Ну будешь там сидеть в этой бочке. Вот. Бухать. Нет, вот у нас, вот там вот. Самое интересное, что всегда крайности берутся. Почему сразу в бочку? Допустим, достаточно что-то вообще предпринимать, не просто. Это жить, спать, там, есть там, и прочее. Как бы вести какую-то общечеловеческую жизнь. Она может быть что-то там создать, там, что-то там. Ведь смысл человека, если Бог есть, да, состоит в том, чтобы сделать ответный ход. Бог сделал ход свой, теперь ход за человека. Ну в чем его заключается? Ну Бог творец, да, и он создал человека. Нет, а в чем ты? Мой ответный ход. Я должен тоже проявить свою творческую натуру. Ну что ты должен сделать? Что должен делать? Нету для каждого отдельного человека, ну, для всех людей одинаково. Понятно. Ну, например. Например, я считаю, что вот может быть философию как-то продвинуться. То есть что-то понять. Ну, вот, допустим, у меня это лучше всего получается, и я согласен это сделать, да. Я считаю, что это правильно. Другой, допустим, человек умеет рисовать, там, третий, там, еще что-то умеет делать. Если он ничего не умеет делать. Ну вот есть такая проблема. Вот, представьте, обычный человек ничего не умеет делать, да. И получается так, что Бог наделил одних людей талантами, а других людей А другие люди обычные люди, и как с этими быть с обычными этими людьми? Ведь эта проблема, на самом деле, действительно глубокая. Ну я говорю сейчас не об этом даже. Я говорю о том, что общественная структура, как бы уклад жизни, да, там можно выйти из этого. Что общественная структура и как бы уклад жизни вообще людей принуждает к тому, как бы их туда гонят, как стадо. Это всегда так. Вот. Нет, это понятно. Замечательно, что всегда так. И знаешь, что высшее проявление греческой и это. Подумай. Римская философия основана на рабстве. То есть люди на самом деле сами не работали, а другие работали за них. А мы сейчас как бы если от него отказались, то фактически пришли в ту систему, которая. Да главное дело это, что как бы это рабство, я не думаю, что это как бы вот мы рабы кого-то, мы свои рабы, условно говоря, нас самих заставляют быть своими рабами. А почему ты не можешь, допустим, это рабство можешь, ограничить? Я говорю, что это возможно. Я говорю не об этом, а о том, что удивительно, что вся система такая, смотрю, вокруг как бы толпа, ну как бы вот, толпу гонят в концлагерь, понимаешь? Так, а ты мне говоришь, любой может свернуть с дороги. Да, любой. Но ужасает то, что толпу гонят. Да я могу свернуть, ты можешь свернуть. Но толпу вот туда гонят, а они идут, знаешь, как стадо. И всегда вот. Так. Да, именно так. Но это не ужасает тебя? Ужасает. Но... А что можно сделать против этого? Я ужасаюсь. Можно к этой толпе возопиеть, да, там это сказать, там, куда же вы идете, там, как вот Христос вышел, допустим, куда-нибудь там, и что-то попытался рассказать. Да, и люди вокруг собирались, им было интересно. Понимаешь, чем это кончилось? Кончилось тем, что христианство существует, и люди точно так же продолжают заниматься земными делами, земными заботами. Понимаешь, кто-то это и гонит. Откуда уклад такой жизни? И почему он такой? Это тоже интересный вопрос. Почему как бы какие-то силы, я не знаю, это же не масоны, там, это даже не какие-то там эти коррумпированные, там, не знаю, руководства, государства, что-то еще. Это, из-за этого все кашляют.
Ментоловая. Из-за этого. Просто она сейчас надеялась. Да? Это природа. А почему ты... Понимаешь, вот все должно быть справедливо. Вот, в каком-то отношении в тебе вопиет как бы лентяй, понимаешь? Ты бы хотел, чтобы ничего не делать, а как бы возлежать, там, не знаю, там, размышлять, допустим, о случае, там, кушать, есть, там, спать и ничего не делать, понимаешь? Почему? Да нет, нет. А как? Нет. Давай все-таки от этого отделаемся, это все-таки не нет, вопрос. Это не так, потому что я делаю, как бы, и буду делать... Могу тебе сказать это... просто высказывание одного человека, моего брата двоюродного. Я его спросил, зачем, вот у тебя есть 2 миллиона долларов. Угу. Там был период такой у него был. Зачем тебе работать? Забери все деньги, положи где-то там, может быть, в банке где-то, где-то в акции, где-то что-то. И живи в свое удовольствие. Ответ же был какой? А я, говорит, так не могу. Он не знает, чего делать, если ему, у него много досуга. А что он с этим досугом будет делать? Это пустота, понимаешь? Страшная для человека, который вот ежедневно работает, для него досуг – это страшная пустота. Думаешь, люди пьют водку от того, что просто водка вкусная, что ли? А чтобы вот уйти от этой, понимаешь, от этой вот заботы о себе. Вот есть некий постоянный вопрос, да, забота какая-то, да, попытка что-то осмыслять. И люди отсрочивают ее какими-то работой, вот этими бесконечными заботами по дому. Было, все понятно. Да это понятно. Нет, ты говоришь о рабстве, потому что ты понимаешь, что ты будешь делать с досугом, а многие не да знают, нет, что с досугом. Понимаю, не понимаю, тоже, может быть, я неправильно его как бы потрачу. Дело не в этом, а в том, что ужасает, что большинство людей, условно говоря, вот они детство у них проходит какое-то там более-менее радужное, там такое, так очень интересно. А дальше как бы они стремительно проживают жизнь, и ничего у них не происходит в жизни, ну кроме каких-то стандартных событий. Женился, детей завел, не знаю, там развелся, то все как бы состарился, на пенсию вышел. Жизни не видят люди. Мне кажется. Может быть, я ошибаюсь на самом деле. Не знаю, может ошибаюсь. Тут вопрос еще более фундаментальный, на самом деле. Ты все правильно говоришь. Ну, то есть, как бы... Если посмотреть на кинематограф, там, если посмотреть на искусство, ведь прославляется именно вот эта обычная жизнь. Ты что думаешь, Жизнь, конечно, какую-то не видит, но ну как вот. Как бы это выразить-то? Ну как будто не жили. Не знаю. Не, мне интересно, то, что ты говоришь. Это немного разговор не от мира сего, потому что если мы считаем, что Бога нет, как бы, да, то другой никакой жизни-то не бывает. Ну, можно прожить жизнь так или иначе, но в каком-то отношении все жизни равноценны, потому что все равно можно ее прожить только как-то одним каким-то специфическим способом. И другим ее не прожить. Ну, допустим, действительно, один больше пережил, другой меньше пережил. Ну, знаешь, это все относительно. Это, знаешь, это всегда вопрос. Человек, может быть, никогда не выезжал из своего города, нет, но может понятно. Быть он пережил больше, чем какой-нибудь человек, который нет, ну, всю жизнь разъезжал по всей планете. Ну даже как бы, конечно, вот той же самой, не знаю, работе там или где-то, где они вот будни себе проводят, эти люди, даже там можно, условно говоря, осознавать. Вот люди в сознании. Я считаю, что сознание — это опять же ценность. Okay? Ты пытаешься навязать миру некую ценность, которую сам считаешь. Сознавать на самом деле, если вообще люди начинают сознавать, это огромная проблема, потому что это сознание, оно не прекращается, и надо все сознавать, сознавать и сознавать. Я боюсь, что психические болезни, они связаны с тем у многих, кто вот не справляется с этим бесконечным сознаванием и разваливается. Потому что вот если я осознаю ежедневно, ежесекундно и ежечасно, да, это мне стоит огромного труда жизни, да, я постоянно что-то делаю, что-то о чем-то размышляю, постоянно решаю проблемы внутренние, внешние, любые, да, все это связано с внутренней работой. Если ее не проделывают, то я боюсь, что я давно уже бы там шизанулся. Вот, понимаешь, как бы здесь же все амбивалентно. Там, это, мы все разные. Там, одним может быть предназначено быть трудягами, а другим предназначено быть там, мыслителями, там, третьими, еще кем-то там. Может быть, надо воспринимать человечество тоже как какой-то организм. Ведь как христианство подходит к человечеству? Она говорит, что ну, представление о том, что такое человечество. Это огромный организм, у которого отдельные члены этого организма, то есть люди, являются как бы чем-то специфическим. Они являются, как бы, условно говоря, глазами, другие там, руками, третьи ногами и так далее. И все важны. Не так, что каждый универсален, понимаешь, а как ну, бы вот есть хорошо, какие-то специализации. Но с позиции это вот этих детских фильмов, понимаешь? Вот детям, ладно, как бы. Я согласен с тобой, так, но детям-то всем рассказывают, что мир будет другой и жизнь будет другая. Это получается, их что, обманывают? Да, вот. Ну естественно. Вот это вот, вот это же подло. Это не подло. Сказали мы сразу, как оно будет. Про метафоричность мы говорили? Ну люди, ну
почему вот, зачем вот детям все вот с детства твердят, вот, значит, твоя жизнь, ты сделать можешь все что угодно, ты можешь стать этим, ты там, типа, еще неизвестно чего добьешься, может, тогда будешь великим и так далее. Да ему, вот. А что говорят, что жизнь будет интересной, говорят ему. Да, вдалбливается в голову, вдалбливается. И если человек бы... А в детстве это бы принял бы близко к сердцу, то он бы и стал бы таким. Но ведь все кончается чем? Что человек однажды, столкнувшись с трудностями, разочаровывается, что понимает, что чтобы вот это осуществить, требуется огромный труд, и решает, что его обманули. А ведь это не так. Ведь если бы человек подумал бы, я преодолею эту трудность, другую, третью, десятую, я достигну, я что-то осуществлю. Потому что... Влад, даже это не помогает. Ну как не помогает? Вот я же на своем опыте говорю. У меня точно так же было. Просто сталкиваешься с трудностями, если ты их не преодолеваешь... А если ты их преодолеваешь все равно, пожалуйста, вот мне с детства долбили, Соня, ты должна быть лучшая. Соня была всегда во всем лучше. Соня это сделала, это и сделала, это. И кандидатскую защитила, потом сидит и думает, и чего? Что? Вот я теперь сижу просто вот на этом... Так а ты делала это для других или для себя? Для себя. Ну вот, а что тогда ты спрашиваешь? Почему, что это? Ты как спрашиваешь, как будто бы ты кому-то это делал. Нет. Никакого смысла нет. Я не получила того, знаешь, вот, не знаю, морального удовлетворения, то есть вот этой высоты, которую дал мне он с детства. Вот там, ну и что? Знаешь, где я? Однажды я понял, что то, что Хайдеггер говорит, что каждый ответственен за свое бытие, для меня это было очевидно давно уже. Уже в детстве для меня это было очевидно, что если я сам чего-то не сделаю, то никто за меня ничего не сделает. Полагаться может только на самого себя. Да, согласна. И случилось это, на самом деле, как ни странно, у меня в детстве. Связано с тем, что... Как-то я понял, на самом деле, в определенный момент, что отец знает меньше меня. Я вот спрашивал у отца, он этого не знает, того не знает, и я понял, что если отец ничего не знает, то значит, так полагаться может только на самого себя. Я в какой-то момент только полагался на самого себя, вообще никому не доверял. Это и плохо было, с одной стороны, потому что, ну, есть определенного рода там, как бы такой, знаешь, трудность контакта с другим человеком. И хорошо в том отношении, что я только верю себе. Мне вот там все эти авторитеты там... Аэроплатон, Аристотель, там, Кант, мне вообще как бы, что они там говорят и как. Если я сам не понимаю это внутренно, мне все равно, что они говорят. Я как бы, у меня нет такого трепета, да, вот там Христос что-то такого сказал или кто-то. Если я смысла не понимаю, если я вот внутренне не прожил, если я не понимаю точно, четко внутри, мне все равно эти авторитеты. Если говорит глупость, значит она и есть глупость. Что тут сделаешь? Вот. И вот эта вот опора, на самом деле, это, мне кажется, в детстве нас все вдалбливают, но только так, и это неплохо. Только проблема состоит в том, что вот этот маленький человечек сталкивается с трудностью, первый, какой-нибудь простой, и он понимает, что его вот обманули, и все виноваты, грубо говоря, папа виноват, там, школа виновата, нет, все ну, виноваты. Трудности. Вот смотри, вот допустим ты, аспирантуру закончил, защитился, после этого зарабатывал деньги. На протяжении сколько-то. Потому что никто, кроме меня, бы этим не мог заниматься. Да, да. Но в итоге, как бы, все свое время, когда ты мог, как бы, ну и сейчас можешь, конечно, да, но золотое время. Да. Когда мог писать, там, да. Не знаю, творить, думать, когда голова еще была свежая, там, да, и так далее. Да, когда не было утрачено еще, ну, не забыто там многое из того, что ты в конце концов, когда учился, помнил. Все это было потрачено на что? Вот сейчас, как бы, каков из этого результат? Это называется... Что ты дожил до сегодняшнего дня, называется... да, хорошо. Удел человеческий называется. Вот, ну так что, о нем и речь, что? Не бывает КПД 100%. Понятное дело, что приходится делать, условно говоря, уступки миру. Ну ни хрена себе уступок, ну, а 15-20 лет отдал. Не, а по идее, вы здесь сейчас заговорите на том языке, на котором обычно говорят, что виноват отец, типа, он не заработал на квартиру. Виновата там мать, условно говоря, или еще какие-то предки мои, что они вот... Ну, были бедными, они могли стать богатыми. Но мать... так можно разговаривать. Ну, допустим, отец бы зарабатывал на квартиру, значит, он бы как бы ни хрена не сделал. Но он может быть... Не важно. Я имею в виду, что вот как бы род. Да. Есть некий род, он кладет фундамент, да, и он бы положил вот такой фундамент, чтобы я бы стал, допустим, сейчас на всем готовом, бы сидел бы и размышлял. И вот это было бы типа вот как бы вот на таком, на другом языке, да, того же. Было бы правильно. Ну ведь, может быть... Задача положить фундамент теперь ложится на меня. Может быть, я должен первый начать, но не смогли они там по разным причинам. Значит, может быть, это моя задача теперь. Понимаешь, каждый раз вот это, приходится эту проблему решать. Почему я должен переложить все задачи неинтересные, да, вот такие-то там зарабатывание денег, там, воспитание детей на предыдущее поколение? Почему я на самом деле не могу это взять на себя, всю ответственность? Я на самом деле взял всю ответственность на себя.
Да, я на самом деле потратил, ну сколько там, только не 20, наверное, а 10 лет своей жизни на зарабатывание денег, совершенно тупые 10 лет. Ну и что? Я как бы взял ответственность полностью за себя, я должен был себя прокормить, там, что-то сделать, как бы там. Я сделал это, вот и все. Я на самом деле, если теперь брать как бы весь путь, тут еще неизвестно, может быть, если бы я его не прошел, то я бы не стал тем, кем стал. Тут, понимаешь, все амбивалентно. Мы тратим время на глупости или на то, что как бы на некий вроде, как сказать, скучный, там, так, изнурительный труд, но вот может это единственный путь, к которому мы возрастаем. И все так вот, только видится в каких-нибудь это, сказках там, или там, фильм каких-нибудь лучезарных, что вот движение наверх, оно прямолинейно. Может быть, приходится вот двигаться как-то еще непонятно, как горизонтально, там, или вообще вниз уйти. Может быть, движение, оно вот какое-то хитрое, такое неясное. Я не вижу это. Я, например, в армии год отслужил. Ну, что такое армия? Можете представить, муштра и прочее. Какие там размышления? Да там просто, условно говоря, многие считают, что год выкинут из жизни. Я не считаю так. Я считаю, что я понял, что я могу, чего я не могу. Я понял свои границы. Я все понял прекрасно. И вообще, это один, считаю, как ни странно, я всегда говорю, что армия, для, вот, в моем понимании, оказалась очень важным вот, этапом жизни. Это, если бы я ее не прошел, я бы многого чего бы не смог. А в армии я понял просто, что если я что-то захочу, то я так сделаю. Независимо от таких условий. Там, меня там и убивать там хотели, там и прочее. Там. Я говорю, если я что-то решил, то я этого добьюсь. Я вот как бы... Ну вот не знаю, я понял, что у меня есть внутренняя некая пружина упорства, независимо ни от каких внешних обстоятельств. Что если фундамент есть внутренний, я это просто понял, и все. Я не знаю, как это объяснить. Это чисто можно только прожить это, понимаешь? Это вот некое внутреннее убеждение, что это так. Вот что бы со мной ни случилось, как бы я знаю, что я выжил. Знаешь, вот как у женщин, это надо просто, наверное, с женщиной так сравнить. У женщин есть такая внутренняя неуверенность в себе. Ну, как бы вот такое, у меня такое мнение. Вот я как раз хотела сказать тебе наоборот. Потому что ты говоришь, а у меня внутри есть точно такое же. Я выразила бы эту мысль теми же словами, что и ты, вот. Но просто означают эти слова для меня другое. То есть, вот, чтобы если я что-то решила, там, то я все равно это сделаю. Но это как бы, я могу это осуществлять подспудно. Это вот как вода. То есть, у тебя прямая сила, да? То есть, ты вот решил, ты осуществляешь, ты там идешь на пролом и так далее. Вот. А женская сила, женская уверенность, это как вода. Она, понимаешь, она найдет себе путь. Все равно, то есть, если вот что-то там, если женщина себе уверена, вот. Она найдет путь, любой путь, вот. И она все равно это осуществит. Никакие препятствия, то есть можно там, может быть, долгий период времени, когда невозможно будет осуществление, ничего подобного она не забудет, она все равно это сделает. Понимаешь? Вот, это просто вот соблазн. Ну я согласен, конечно, что, наверное, есть разные виды уверенности, я с тобой прав. И на самом деле, если честно, как бы у меня тоже бывают моменты неуверенности, я как бы сначала что-то сделал, а потом думаю, правильно ли я сделал. Там, у меня бывают такие колебания, бывают. Такого же не бывает, чтобы человек совсем был такой и монолитный, там, так и стальной. Такого не бывает, конечно. Люди разные, и бывают и моменты неуверенности, и прочее. Это все как бы человеческое. Я уж так просто, как бы... Просто... С неуверенностью, на самом деле, если вдуматься, связаны вот все психические болезни, они там, все болезни, ну, можно сделать такой вывод, там, не знаю, насколько он обоснован, но есть такая гипотеза, что все болезни психические связаны с болезнью воли. А воля, это как раз вот колебания бесконечные, да, вот, и все вот эта вот колебательность, да, внутренняя, она на самом деле отражается на всем, на мышлении, во всем. Человек, если вот начинает колебаться, вот у него это все и разваливается. То есть вот надо как бы преодолевать и вот это, и валить независимо ни от чего. То есть надо упражнять свою волю там, в преодолении препятствий. А ты говоришь, что у женщин другая воля получается, что она не пытается препятствия преодолеть, она ищет пути. Я, как сказать, ну, я бы сказала не агрессивная, но это будет не то слово, но близко там. То есть она не пойдет на открытое противостояние. Он не всегда пойдет на открытое противостояние. Вот он идет, так тройной путь, да. Ну, я помню, еще в университете... Приспособиться и, в конце концов, переделать под себя. С умной женщиной общался, она мне вообще как говорила, было любопытно, просто я запомнил, потому что такое характерное высказывание. Она сказала, что я, говорит, читаю Бердяева и полностью с ним соглашаюсь. Потом я читаю как бы другого философа и становлюсь вот как бы полностью соглашаюсь с другими философами. И так каждый раз. То есть... Понимаешь, получается, что как бы внутреннего стержня нет, и человек,
приспосабливается к тому, что находится вовне. То есть можно сделать, смотри, можно такое определение сделать предварительно. Смотри, мужчина – это бытие как бы для себя. Да, вот есть некая внутренняя жизнь. Я согласна с тобой. А женщина – это бытие для другого. Она как бы внешняя. Кофе. И по поводу там щедрости, там женского, там кофея. И сама же, это же моя любимая тема. Потому что да, мы там, женщина не может быть там большим, скажем так, творческим человеком, там философом большим и так далее. Потому что и все такое, там есть ее внутренний мир, это всегда его наполняют любые там какие-то мужчины, там отец, там муж, там любимый человек и так далее. Там, то есть, как бы женский мир внутренний создается, там, вот она сейчас там живет с этим человеком, и он полностью там ее внутренний мир там создает, там какая-то культура, там, литература, философия, искусство, все что угодно. Вот. Потом раз, там, если она в нем разочаровалась или там другого нашла, там, то у нее весь внутренний мир переделывается. Вот. Вот. Я согласна с тем, что это женское бытие всегда для, да. Вот. Но несмотря на это. Для другого. Несмотря на это, все-таки не хочется так вот. Да нет, нет, смотри, здесь нету никакой оценочности. Просто это разные способы быть. Понимаешь, вот в чем у каждой позиции есть недостаток. Бытие для себя, оно недостаточно тем, что как бы человек замыкается. Да? Вот, например, как я на время там запнулся, как бы у меня какая-то была моя внутренняя сфера, и ничего внешнее в эту сферу уже не проникало. То есть все всегда сводилось к тому, что я его понимал, допустим, да, и сводил к чему-то своему. И ничего не проникало, не было ничего внешнего. А бытие для другого, оно хорошо тем, что оно как бы открытое, да, но оно плохо тем, что оно слишком открытое, и как бы любое внешнее, оно может захватить это вот бытие, да, и пустить его, ну, во все тяжкие, как бы, да. То есть всегда должен быть какой-то стержень, а если этого стержня нет, получается такая легкомысленность, да, такая. Можно я переформулирую свою мысль? Ну ладно, как бы. На самом деле, аспект еще какой важен, что вот эта вот жизнь обыденна, да? Когда ты живешь, и ты понимаешь, что так вот и надо. Что как бы не то, что там тебя кто-то насилует, а что ты сам это выбрал, и так живешь, как бы, и так и должно. Просто с какой-то сторонней, как бы, ну с твоей же, не от лица других взгляд, а просто с твоей же, но отстраненной точки зрения, вдруг видится, что это все какая-то суета, вот как у этого экклезиаста. Пустота, ну, год ты пробыл в этой армии, Булат. Ну да, ты там что-то понял. Ну, стал таким, как стал. Но в целом-то, ну что это такое? Ну, это называется, называется ностальгия по-божественному, на самом деле. То, что ты сейчас рассказываешь, это есть не что иное, как вот это, как начало религиозности. Просто бывают они разные, да? Потому что, конечно же, получается так, что никакая жизнь, будь там хоть трижды выдающаяся или трижды там интересная, она тебя не удовлетворит. Потому что все это все равно конечное, но все это начинается и заканчивается, все это только, да, нечто. И надо, всегда можно это нечто конечное всегда сравнить с чем-то бесконечным. Да, и вот хочется вот этого вот бесконечного. Я так это воспринимаю. На самом деле у меня есть, если честно, есть некоторое внутреннее нетерпение. Оно часто проявляется во мне в том смысле, что я там начинаю там сердиться и прочее. Вот. И, если честно, у меня есть такая какая-то жажда как бы движения. Вот я движение всегда понимаю как некое движение мысли. Если его нет, я начинаю как бы вот, чувствовать какое-то загнивание. И мне вот нужно быстро вообще двигаться. Еще быстрее вот движением в смысле, да, вот в мысли, тем как бы я больше чувствую жизнь. Если я вот этой динамики не чувствую долго, то я начинаю как бы вот это увидать и умирать. Вот такая странность. И поэтому у меня есть некое внутреннее нетерпение. Я, например, если мысль, которую я уже понял, мне ее излагать бывает просто скучно. И хочется быстрее ее изложить и пробежать. Потому что это уже пройденный путь. Он где-то там находится, непонятно где далеко. И к нему возвращаться просто неинтересно. Знаешь, это как похоже на то, что вот как бы идешь куда-нибудь в лесу там. Ты уже какие-то лужайки там, какие-то там, все уже 10 раз проходил, там уже каждую травинку, знаешь, тебе туда возвращаться неинтересно, там ничего нет. Тебе хочется куда-нибудь углубиться в чащу там, что-нибудь там поразведывать, посмотреть. Вот такое, знаешь,
вот такое любопытство, но оно как-то стократно увеличено. Такое бесконечное как бы нетерпение, быстрее, быстрее, быстрее. Причем эта скорость, чем больше занимаешься, тем скорость увеличивается. Я, например, когда читаю трактат какой-нибудь, вот, пытаюсь на греческом, у меня просто нетерпение так захлёстывает, потому что это медленно же все происходит. Я прям может дергаться начинает, а просто, ну. Потому что, ну как так? Ну что-то тут меня прямо и злость берет, что двигаться здесь можно только медленно, что невозможно здесь ничего понять. Что... Я поэтому чередую, как бы я что-то читаю, трактаты, допустим, медленно, а что-то там сам зашло. Но сам факт состоит, что вот есть некое внутреннее нетерпение. Только я это не понимаю, как ты понимаешь. Ты понимаешь, что вот есть некая обыденная жизнь, а вот есть какая-то другая. А я так понимаю, что вот наша есть обыденная жизнь, но внутри этой жизни можно вот что-то выстроить, да. Помимо, вот не помимо этой жизни, а прямо внутри, как стержень. Вот я, например, кушаю и думаю, там, я, например, кота глажу и думаю, я где-нибудь хожу и думаю, я работаю, думаю, мысль пришла, я там, а почему вот здесь так вот сделать, там, это у меня возникает, вот в трактате это слово надо посмотреть, или еще что-нибудь. Каждый раз так, знаешь, как будто бы одна жизнь с другой вместе слиты. У меня веду обычную жизнь, тем не менее, внутри этой жизни полнота. Ой, Бог, Булат. Полнота есть. Все себя замыкает. Богомыслие у него. Ну что, богомыслие, игра меня зовет, хватит, наверное, уже. Не-не-не.